Тяжелая игра. А почему такое начало, как считаешь? Сложно сказать. Да, такое обескураживающее немножко начало. Сами, наверное, не ожидали. Ну, никто так не ожидал в таких ситуациях, но хорошо перестроились, забили вовремя. Вот. И команда не сдается, это самое главное. Я знаю, что был серьезный разговор перед этой игрой. Все ли удалось воплотить из того, что обсуждали? О, откуда вы знаете? Ну, это внутрикомандные дела. Нет, я бы не сказал, что был какой-то суперсерьезный. Рабочий момент, был проигранный матч, разбирали и не более. Три шайбы подряд. Вселила это уверенность, безусловно, наверняка? Ну, поняли, что можем забить и начали бросать, поэтому, да, безусловно, вселила уверенность. Насколько важно для вас было забить у себя дома и перед наверняка родными, которые были на трибунах? Да, мама, папа, я думаю, они очень рады, и судя по лицам, они довольны, да. Ну, приятно, конечно, Череповцы в родном городе забивать. Вот, когда ты здесь играл, очень приятное воспоминание. Просто родной город, всегда приятно здесь играть.